ну-ка, большой хоровод вокруг елочки. Ребятня из микрорайона Покровский скачет за Дедом Морозом по аллее вокруг елки, получают подарки, играют в заморозку и распевают песни со сказочными героями. Дети одного за другим встречают новых гостей. Сюда, скорей к елочке! Низко пойдем к елочке! Самые огромные и забавные – аэромедведи. Отплясывать вокруг надувных гигантов нравится всем – и детям, и взрослым. Ура! Аплодисменты нашим жителям! Самые яркие гости тоже возвышаются над всей ребячей гурьбой. Пришельцы в лампочках с дымом и яркими лучами пришли на ходулях, чем вызвали восторг юной публики. Это такие роботы, они, наверное, с космоса прилетели. Это, наверное, были роботы, которые такие волшебники. Я танцую хорошо, и я бы тоже бы так бы танцевала, как не круто. Готовить район к празднику вместе с активными жителями здесь начали загодя. Жители руководят, будет ли у них во дворе праздник, будет ли у них елка или фигуры, или гирлянды. Проведение праздника традиционно в микрорайоне Покровский проходит на аллее, которая расположена близ наших домов. Это традиционно праздник большой для всей Покровки. Это общий праздник, чтобы поднять людям настроение. Новогоднее настроение создают и артисты с песнями, и нарядные лошадки, а благодарная публика делится впечатлениями. Мне понравились, когда мы водили хоровод, и нам подарили подарки. Мне больше всего понравились медведики, они такие мягенькие, прикольные. Олаф и Панорама, что этот медведь белый. Все понравилось. Больше всего? Все. Новогодние праздники во дворах – добрая традиция Красноярска. Покровские ворота организуют такие же вечера во всех районах, где есть дома под их управлением. И праздник в дом со двора заходит.